обстоят дела с медикаментами, с медицинским обслуживанием в Донецке на сегодняшний день? Слышно нормально? Да. Значит, у нас очень серьезные проблемы с медикаментами, потому что нет поставок из Украины в первую очередь. То есть из России нам приходят, привозят это конвой, из них выделяется нуждающимся хоть какая-то там часть медикаментов. Там, в том числе, например, инсулин, хотя в каком-то количестве небольшом и достаточно, но выделяется в больнице, и людям там на одного человека иногда по два спеца их хватает. Но на самом деле его действительно нет. То есть, та же проблема с рентгеноконтрастными препаратами. То есть, очень большая часть инъекционных препаратов, очень не хватает, очень сильно. Тот же безработ не хватает на всех. А это минимально, то, что надо практически у каждого человека помнить. Там группа сердечно-кардиологических и так далее. Этого нет, но не поступает. Если только это есть, то по таким публичным ценам, то люди, которые на последующем консультации, это пенсионеры. Марин, я хотела вас спросить, у нас связь с вами, к сожалению, прерывается, обрывисто все слышно. Скажите, пожалуйста, в аптеку, если вот зайти, прилавки пусты или можно что-то приобрести там из самых необходимых средств, период, ну, первые дни инфекционного заболевания? То же самое грипп, там, я не знаю, противовоспалительные какие-то средства? Ну, частично есть, частично нет, но то, что есть, то дорого. То есть обычная среднестатистическая семья, она не в состоянии реально купить таких лекарств. Хорошо. Не в состоянии. А скажите, пожалуйста, а цены на медикаменты как-то изменились за последнее время? Выросли очень сильно, в 3 раза, в 4 раза. Ну, там есть, конечно, препарат, но вот, если говорить про противопростудную, банально, патентированное лечение, вот, он сейчас стоит около 15 или 30. Еще раз повторите, что он стоит? 15 гривен или 21 пакетик.